Приветствую вас. Ну, наверное, проблема здесь в том, что именно для секса женщины, обычные женщины, подходят мало. То есть, если вам нужен именно секс, вам нужен только секс, то женщины вам такие вот здоровые, самодостаточные женщины вам подойдут вряд ли, потому что, ну, такие женщины, они знают себе цену, они знают, кто они знают, что из себя представляют, вот. И, в общем-то, на такого рода отношения, ну, соглашаются очень редко, и только если мужчина им там, ну, совсем откровенно вообще понравился. Во всех других случаях, ну, 9 из 10 женщин как-то вот вряд ли вам, ну, дадут то, что вы хотите. Потому что, ну, вы что, вот сами серьезно считаете, как бы, ну, женщин, точнее, вы серьезно считаете женщин девушками легкого поведения, проститутками или что? Что вы говорите, что я не могу их привлечь на секс? Ну, так их не надо привлекать на секс. Им нужно давать то, что они хотят. Знаете, какая штука? Вот. Если вы будете им давать то, что они хотят, то, соответственно, и женщина даст вам то, что вы уже хотите сами. Понимаете? Вот. То есть здесь как бы все довольно просто на самом деле. Разница только в подходе. Понимаете? Разница только в подходе, в том, как вы обращаетесь с женщиной. Как бы разница только в том, как вы даете ей себя почувствовать. Вот, в принципе, и все по большому счету. По большому счету все. То есть проанализируйте, значит, вот в каком кругу женщин вы вертитесь, проанализируйте, среди каких женщин вы как бы находитесь, проанализируйте то, что женщине нужно, вот, и после этого просто начинайте давать ей то, чего она, собственно говоря, хочет. Вот. И все. И тогда вам будет счастье. Если женщина почувствует себя защищенной, если женщина почувствует себя в безопасности с вами, то поверьте мне, она вас
осчастливит. Поверьте, она даст вам все, что вы хотите. Знаете? Вот. И даже больше. Вот. Она даст вам столько, что вам и не снилось никогда. Вообще никогда не снилось. Вот. Но для этого нужно, естественно, стараться. Для этого нужно, естественно, что-то сделать. Вот. То есть, как бы, вот так, такая ситуация. Такой момент, как бы. Ну вот. И я думаю, что вам нужно свою модель женского, то есть свою модель мужского, простите, поведения подкорректировать, дабы у вас не было проблем. Потому что если вы вот не можете дать женщине почувствовать себя в безопасности, то это, ну, как минимум, говорит о наличии у вас каких-то, может быть, сложностей, может быть, трудностей с этим и так далее. Ну, само по себе это не страшно. Вот. Само по себе. Вот. Но это можно подкорректировать. Это нужно подкорректировать. Если хотите, конечно. Так что обращайтесь за помощью, если потребуется. Будем рады вам помочь. Вот. Так вот, я думаю, можно будет ответить вам на вопрос, на ваш. А на этом, я думаю, все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.